Put your flags up in the sky, in the sky. And wave them side to side, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Migos, Migos, Migos. Уже без голоса, но все еще с настроем на победу и праздник выходят на перрон болельщики команд. Судя по сонным глазам и немного вялой походке, эту ночь в поезде они не спали. После прошедшей ночи в поезде вместе с бразильскими фанатами и нашей вечеринки, я надеюсь, что Бразилия станет чемпионом, хотя я толком ничего не помню. Помочь Майклу сможет видео из поезда, снятое российскими болельщиками. Бразильцев на стадионе обещали поддержать французские и мексиканские фанаты, а вот бельгийцев в Казани пока явно в меньшинстве. Вообще мало бельгийцев, то есть даже вот в Москве, когда смотрели матч Бельгия-Япония, там за Бельгию болели единицы. Честь бельгийцев на перроне защитил одинокий Себастьян. Болельщики Бельгии остались в Бельгии, потому что Бельгия, когда она станет чемпионом, да, мы всем... Всем нациям подарим картошку фрит. И они уже там приготовляют картошку. В порыве показать, что бельгийцы тоже умеют праздновать, он попросил у нас микрофон. Бельжик! На Баумана сегодня тоже царят бразильцы. В ресторанах и кафе развешивают желто-синие флаги, а болельщики учат названия блюд татарской кухни. Чак-чак, белеш... And the first one? Учпучмак. Учпучмак. Yes, of course. Okay. Кричалки и песни за обеденными столами. Бельгийцам пока, конечно, не позавидуешь, хотя они не сдаются. Посмотрим, не зря ли бельгийцы готовят тонну картошки, а бразильцы уже планируют поездку на финал. Все решит игра. Завтра четвертьфинал. Бразилия-Бельгия в 21:00 на Казань-арене. Эти ребята обещали устроить шоу. Слават Мухаммадуллин, Амир Залишев, ТНВ, Казань.